Улица Кавказская находится в жилом массиве малоэтажной жилой застройки Малгобеков. Участок, по оценке состояния благоустройства, неудовлетворительный. В 2023 году эта улица, наряду с другими, выиграла в рейтинговом голосовании. За ее преобразование проголосовало около 2000 человек. За долгие годы это первая масштабная реконструкция. Для местных жителей это настоящий праздник, учитывая, какие неудобства она создавала. Таксисты отказывались порой. Скоро, хочешь не хочешь, им надо подъехать, но они тоже, ну, как бы, жаловались насчет этого. Все жаловались. Ну, вот сегодня, как мы видим, процесс идет. Более адекватные, я думаю, вот эти курирующие вот, насчет этой дороги. Спрашивают у жителей пожелания, какие, как сделать, что делать. Мы рады. Привести улицу в надлежащий вид планируют уже в конце мая, контракт же до 1 декабря. Ее благоустройством занимается подрядная организация «Стройальянс». Отмечают, все детали соответствуют нормам и правилам. Бекхан Альтимиров работает в рамках нацпроекта уже 4 года. Говорит, что вначале какой-то этап могли пропустить. Из-за этого приходилось делать реконструкцию улиц повторно. Сейчас же работа над ошибками проделана. Прежде чем вот начать вот эту работу, тут работали и канализации, которые делали, водоснабжение, чтобы потом не начинать заново все после асфальтирования, чтобы заново не раскапывали люди. Сперва сделал администрацию города Малгобек, сделали земляные работы, полностью завершили земляные работы. В дизайн-проекте благоустройства предусмотрены следующие виды работ. Асфальтовое покрытие дорожного полотна с установкой бордюрного камня, строительство пешеходного тротуара вдоль автодороги, устройство новых скамеек, лавочек и урн. Улицу обеспечат и освещением с использованием энергосберегающего оборудования. Перед тем, как проложить асфальт, необходимо дорогу подготовить. В данное время растительный слой, полотно, ганистый ждох. После этого была смена А4, укатки я. Сонтай выравнивающий слой щебень, сами сгонить себя цехов, укатки, бордюр, вот этот тротуар, потом асфальтировать. Из 9 общественных территорий через рейтинговое голосование выбрали 7 улиц. 4 будут благоустраивать в этом году и 3 в 2025. Таким образом, практически каждый житель внес свою лепту в преображение родного пространства. С 15 марта по 30 апреля у нас уже на данный момент тоже идет рейтинговое голосование по отбору общественных территорий по благоустройству на 2025 год. Среди данных улиц у нас Береславская, Димитрова и Юбилейная. Эти улицы мы досрочно достигли установленным Минстроем России показатель и набрали 4460 голосов, и мы уже закрыли вопрос. Но все равно жители данных территорий до сих пор принимают участие и голосуют. Национальный проект «Комфорт и городская среда» был продлен президентом страны до 2030 года. В рамках реализации программы в Малгобеке совсем скоро благоустроят еще 2 улицы. Они также выиграли в рейтинговом голосовании в 2023 году. Первая – Шейха Мансура протяженностью 900 метров, вторая же – Панфилова 855 метров. Улицы находятся в плохом состоянии уже давно. Амина Зязикова, Султан Магушков, Магаз-24.